Ребят, всем привет! Сегодня будем ехать на рыбалочку. Вот, уже пошел, скупился, взял червей опарышей, также два воблера. Ну и сейчас скоро будем ехать, в принципе. Я думаю, щука нас порадует, и я словлю хотя бы парочку штук. Вроде бы говорят, что неплохо ловится. Ну, посмотрим. Вот, и ну, давайте уже посмотрим, что будет. Погнали. Так, ребят, я даже уже не знаю, что делать. Вот, уже сколько мест обловили, обкидали, пробовали на щуку, но как-то удача не улыбнулась. А сейчас иду на наше место, где мы остановились, опять же туда возвращаюсь. Даже поклевок не было, тяжело здесь ловить в связи с тем, что много зацепов, точнее дно не глубокое и еще и загрязненное очень сильно. Ну, в принципе, как-то так. Сейчас еще вам засниму пару кадров, как буду ловить, кидать. Ну и может быть мне повезет, я словлю щуку, но ну, уже как-то процент спал того, что я смогу словить щуку. Ну, ребят, смотрите дальше. Так, ребят, что я могу сказать? В принципе, рыбалочка неудачная. Вот, ловил тут мой друг, как бы сказать, вчера, ой, точнее, где-то 2 дня назад. И споймал 5 щучек, но он их отпускал, понятное дело, они небольшие. Ну, тут, в принципе, они все маленькие. Ну, тут больших, в принципе, и нету, потому что речка скоро вообще умрет. Высохнет. Вот так вот. Что я могу сказать? Ну, в принципе,
Вот да, только это и добивает то, что кто-то ловил уже, у него ловилось хорошо и даже очень. Он ловил прям подряд их. А у нас, в принципе, ноль. Ну, может быть, еще причина в том, что, может, она опять ушла на нерест, или же что-то другое. Может, погода. Ну, в принципе, нормальная погода. Солнечная была, сейчас уже солнце начинает заходить. Вот так вот. В принципе, все. Под конец рыбалочки я хотел бы сказать, что мне, в принципе, понравилось, но, к сожалению, ничего не удалось словить. Подъезжали к одному рыбаку, он сказал тоже, что ничего не словил. А вы ничего не поймали? Возможно, как всегда, день невезучий, и я все-таки не словил ни одной щуки, ни одной рыбинки. Вот, даже не было никаких поклевок. Собственно, вот так вот. В принципе, все. Еще вам ставлю такую панорамку красивых видов. И все. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем удачи!